і вам вітання. Ви дивитеся програму «Чай удвох» на ОТБ. Усі наші хвороби виникають з голови. І сьогодні разом з доктором психологічних наук Олександром Кочуряном ми спробуємо розібратися, як наше душевне життя впливає на наше тіло. Я вас вітаю. Вітаю. Як вам наша сьогоднішня тема? Ну, тема актуальна. А як різні емоції впливають на людину? Тому що емоції – це ж для нас дуже природньо. Є дві теорії относительно влияния емоцій на чоловіка. Одна теорія говорить о том, що побольше емоцій хороших. Так, позитивних. Позитивні. Позитивні емоції. А вторая теория говорит, любые эмоции в большом количестве являются вредными. В том числе радость, когда мы много испытываем, это поражает наше сердце. В частности, это китайская медицина об этом говорит. Поэтому лучше уметь держать свои эмоции на той оптимальном уровне, на том оптимальном уровне, который дает возможность нормально функционировать. Как говорят, что занадто, то не дуже. Тоже не дуже. Скажіть, будь ласка, а ось ви розділяєте емоції та почуття, тому що емоції – це щось таке просте, а почуття – більш складне поняття. Чувства являються устойчивими достатньо, а не розлітими такими во времени. Емоції більш прості, вони фактично протікають на більш низьких рівнях. Для нашої теми більш актуальними являються емоції. Потому что каждый из нас живет в ситуации, когда часть эмоций у него зажаты. Мы как пианино. Вот если все клавиши здоровые, так вот будет и произведение хорошее. А если что-то западает, а западать может эмоция тревоги, или эмоция страха, или эмоция злости, или еще, то, естественно, ничего не сыграешь. Тут другой вопрос, что если нет внешне выраженной эмоции, непроявленные эмоции, они наиболее сложны в том смысле, что они себя дают знать в соматическом симптоме. Вот именно они дают знать. Непроявленная эмоция, а я даже не знаю ее существования. Процентов 30 посетителей поликлиник – это люди с так называемым толстым досье. Люди, болеющие неизвестно чем. Болеют, ходят к разным специалистам, их пытаются лечить, но болезнь как была, так и есть. А с какими медичными заболеваниями до вас зверталися люди? Я психолог по образованию, поэтому и психотерапевт. Два периода. Один период был чисто медицинский, когда ко мне приходили с чисто медицинскими жалобами. Второй этап, когда я стал работать уже с психологическим, не психическим, а психологическим нездоровьем. Одиночество, и не знаю, как быть, бессмысленность. И так далее. Масса чего. Семейные тематики, которые не являются традиционно медицинскими, понимаете? Хотя сейчас начинает это все как бы одно на другое наплывать, и врачи сейчас занимаются не медицинскими проблемами, а психологи начинают заниматься медицинскими проблемами. Все Но с такими питаннями не підеш у лікарню, так? Но есть психотерапевты, врачи, которые... который занимается этим. Ну, и более того, когда чисто не складывается в семье, это одно, но оно часто начинает соматизироваться. И люди попадают не с этим в больницу, а попадают с невротическими расстройствами, бессонницей, страхами, с головными болями и так далее, и так далее. Там начинают разбираться, и оказывается, что там в семье есть неполадки. И поэтому начинают и туда залазить. Вот приблизительно так. Як впливаючи на тіло, можна допомогти душевному стану? В быту это все, что все телесные расстройства, которые связаны с психикой. А в научном плане то следует различать так называемые телесные расстройства невротического происхождения, когда есть, скажем, нарушение сердечной деятельности, нарушение пищеварительной деятельности, нарушение мочеполовой и так далее, и так далее. Так. Вот, именно в связи с тем, что есть невротическое расстройство. Более традиционное и более серьезное, когда под психосоматическим расстройством считают расстройство, которое не связано с наличием невроза или невротического расстройства. А дуже так трапляється часто, що ми починаємо багато їсти, ніби заїдати свій психологічний голод. Это возникает, когда есть переживание, и это оральная потребность
знаете, как сладенького, потому что это напоминает нам детские впечатления, что материнское молоко как та пилюля, которая от всего избавит. Поэтому мы кушаем, 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 а не берем того, что мы хотим взять с материнским молоком, а мы убирали уверенность, безопасность и так далее. Поэтому как бы стереотип поведения остался детский, а того мы не получаем. Поэтому вот такая вот. Хотя при хорошем стрессе, то здесь и эта вот функция уходит, люди прекращают кушать и начинают усиленно худеть. А, ну, можливо, ми маємо якусь потребу в теплоті, можливо, комусь набридла монотонність життя, і теж людина починає їсти. Ну, это тоже стресс. Меру его трудно определить, но человек должен справиться, а справиться у него... У каждого существует фантазия, если он заболел, что он скушает что-то такое, что обязательно вылечится. И ведь это тоже детские фантазии, и связаны они с вот употреблением молока матери, которая давала чего-то такое, что она давала не только удовлетворение пищевой потребности, да, но она давала, как дети, которые уже им не нужно это. Это уже, ну вот мать дает грудь на ночь, и ребенок хорошо спит, чувствует, что мать с ним и так далее. Другой вопрос, что эта еда, на самом деле, она становится пустой. Человек ест, 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 и не чувствует, что он ест. Потому что он ест не для того, чтобы есть, а чтобы получить с едой то ощущение материнского поддержки, тепла, ну вот такое, которое он не получает. А все ж таки больше жінки заедают свои хвилювання, какие-то проблемы? Або да я бы не сказал. Теж. Ну, в принципе, это общая реакция. Ну, и когда это трапляется, что делать? Треба, я так розумію, причину шукати в собі, так? Поэтому ну, существует психотерапевт. Куда нужно идти? А може так трапитися, що психотерапевт не допоможе? Може. А навпаки, зробить ще гірше? Знаете, я знаю об одном случае, когда женщина обратилась по поводу недержания мочи, энуреза. Она лечилась год психоанализом. После года лечения у нее возник еще помимо энуреза еще инкомпресс. Такое бывает. Есть люди, которые в психотерапии, я имею в виду клиенты, которые в психотерапии это не их способ меняться. Для психотерапии все-таки должна быть определенная готовность. А люди, у которых сильна воля, они звертаются до психотерапевтов? А это не с волей не связано. Для него же его сильная воля должна его привести к психотерапевту. Сильная воля связана с тем, чтобы отказать себе в чем-то или настоять на чем-то, что он должен сделать. А існує дуже багато людей, які один раз вони прийшли до психотерапевта за порадою, так? Так. І вони не можуть без нього жити. Конечно, психотерапевт не заинтересован в том, чтобы рядом с ним были клиенты такие зависимые. Ему, для него профессионального будет более приятно, если человек растет. Но ему так простейше, ему так проще. Более того, об этом человеку говорят. Более того, возможно, некоторая такая конфронтация терапевтическая, когда говорят вот так и так, что ты хочешь переложить всю ответственность за свою жизнь на меня, но я не готов этого сделать. Не потому что я не хочу, а потому что ты не хочешь сам брать ответственность за свою жизнь. Все-таки в своей жизни что-то нужно делать самому. И ты должен быть автором своей жизни. Настолько, насколько я делаю, настолько я имею. Вот. Если человек это осознает и начнет идти по этой пути, часто ограничения в нас самих. У меня не получится, я не смогу, я то, я все. Себе ограничения. Вот. Строю и все. И люди не могут принять деньги, мимо них идут деньги. Потому что как только заработают, удержать их не может. А вот наши думки, они действительно материализуются? Я думаю, что существует, знаете, когда мы напрягаем вокруг себя пространство, своими страхами и так далее, то мы, потенциалы, то мы действительно к себе притягиваем все, что мы думаем. Мне будут встречаться те люди, которых я боюсь. Я буду сталкиваться с такими вещами, которых я опасаюсь. А как зупинити свой внутренний монолог? Я немножко о себе скажу. У меня есть такой внутренний ребенок. И когда, например, я еду на машине, вот я вижу аварию или подумал об аварии, и вот он скребет, тоже хочет. Или кто-то говорит, о болезни я услышал. Я чувствую, что как лезет. И мне нужно найти способ сказать своему внутреннему, да, Сашка, перестань, ты глупости думаешь. И я чувствую, что я говорю там, и мне вот внутри уже не хочется, а так как тянет. Но это надо, знаете, опыт иметь общение с самим собой.
Потому что такие внутренние вещи существуют. Ведь мы говорим, если кто хочет заболеть? Никто. Никто. А если реально спросить туда, кто хочет заболеть? И вот эти наши детки там внутренние, они поднимут руку, а я хочу. Но мы же должны это услышать. А когда мы обращаемся к голове, так мы все хотим быть умными, богатыми, сильными, здоровыми и так далее. А реально же не такая. Я думаю, что это очень важные вещи и в обучении людей, потому что люди с собой общаться не умеют. Це як коли людина говорить, що я хворію, наприклад, один раз на рік або два рази. Угу. Ось він так хворіє. Але ж треба працювати над собою, так? І багато працювати, щоб навчитися якось контролювати свій внутрішній монолог. Наші програми внутрішні, і в тому числі в отношении здоров'я, вони нами не знаємо. Чоловік може боліти дуже часто, тому що у нього підсознательне бажання заболіти, тому що з дитинства для нього болезнь – це внимание матери. И он так и идет в эту болячку. Уже матери нет, уже ничего нет, и ничего он не получит. Но оставшийся такой вот сформированный способ отношения и способ поведения остался. И это неадекватно. Это рушит отношения. Детские наши такие фантазии, они очень серьезные. А можно якось подружиться со своими страхами? Знаете, тут страх страху рознь. Угу. Есть такие страхи, которые являются правильными. То есть человек должен найти с ними контакт. Есть важный такой страх, это страх отделения. Да? Вот мы растем, и мы должны отделиться от семьи, от матери, от отца и пойти в жизнь. И на смену вот такого отделения должна прийти так называемая вот сепарация, когда я один. И, в принципе, нормальная жизнь моя протекает таким образом, когда я все время от чего-то отделяюсь и в этом отделении утверждаю свое «я». Очень много страха возникает в связи с отделением, потому что это отделение, это, ну я же один тогда, и страшно идти по жизни одному. С отцом легче, с матерью легче, там, с женой легче, с мужем легче. Как ни парадоксально, но мы все одиноки. И когда мы это осознаем, и мы тем не менее идем, и ни на кого не вешаемся, ничего, то у нас возникает страх, в любом случае страх. И этот страх нужно в себе принять, потому что какая-то, когда мы его не забиваем в себе, а принимаем его и понимаем его, он дает нам возможность эту энергию использовать, этого страха, и идти дальше. Якщо це страх інший, наприклад, води, там, глибини, висоти? А, ну, якщо ці страхи, ми говоримо. Страх темноти, він має, прежде всего, інфантильне происхождение, дитяче происхождение. Вот. І навіть є взрослі люди, які чувствують, що от, я, говорить, лежу в кімнаті і чувствую, що рядом хтось є. Скільки тобі років? 35. Це дитячі страхи. У взрослих таких страхів очень редко бывает, очень редко. Или пройти через темную комнату, там кто-то есть, там кто-то на меня смотрит и так далее. Как правило, такие страхи связаны с тем, что вот эти отношения, где контролирующие, чрезмерно контролирующие, например, выскакивают отношения за родительскую сферу, и тогда вот эта система контроля, она как бы существует, за мной везде смотрит, всевидящее око. Ви знаєте, я була дуже здивована, коли дізналася, що більшість моїх знайомих сплять зі світлом. Вы говорите, наверное, о девушках. Так, это женки. Женки. И эти женки просто-напросто еще не выросли. Добре, тоді у моего знакомого бабуся, вона теж завжди спить зі світлом. Например, очень часто бывает так, что какой-то ночной приступ. А после этого страшно спать. В темной комнате водятся сущности, те, которых хочется не видеть. А що робити, коли, ну, так, якщо так можна сказати, в гості заходять негативні думки? Знаєте, человечество всегда пыталось ответить на вопросы, да? Всегда боялась смерти, и есть целая технология культурной борьбы со смертью. Вот. И есть технологии борьбы с плохими мыслями. Одна из таких, вот, так называемая позитивная психология или позитивное мышление, когда нужно все время придумывать себе хорошие мысли и считать, что наши хорошие мысли нас всегда направят. Поэтому, если приходят негативные думки, то здесь две вещи. Либо нужно бороться с ними тем, что мы идем в позитивные мысли. Позитивные мысли могут быть тем, как, например, это позитивный настрой, так называемый. Так. Был у нас такой психотерапевт, который таким образом, вот, невротик сидит. А какой невротик внутри? Слабый, беспомощный такой.
он себя, он может быть больших размеров, но чувствует себя маленьким. А ему говорят, и выше, и больше, и шире. И человек на стуле начинает чувствовать, как он расширяется и увеличивается. А это дает ему ощущение силы, уверенности и так далее. Это является полезным. Вот. Ну, наверное, полезным является и ходить в церковь. Но, в общем-то, это и чистит, и развивает таким образом, что человек находит опору. Все мы хотим иметь мать и отца, которых, в которых разочароваться сложно. Поэтому, хотя это делаем, да, и приходим в церковь, мы находим отца, который, ну, точно и в нем уже не разочаруешься. Хотя и тут мы находим. Вот я же, да, просил, а он мне не сделал, ну вот как же ж так. А ваше особистое отношение до церкви? Я нахожусь, как, наверное, многие интеллигентны, в поиске. То есть я хожу, не хожу, я нахожу, теряю и так далее. То есть для меня вера – это некоторый процесс. Я не понимаю, когда говорят, ты должен верить. Да, я должен верить, но я не могу просто так верить. Мне очень интересную мысль сказали. Что сегодня церковь говорит о том, что нужно не просто верить, а находить доказательства бытия Бога. То тогда эта вера становится наполненной собственным опытом. А если же людина вважает, что немає в житті счастья, как его найти в собі и поверить в это? Ну, я думаю, что это не такой малый процент людей, которые считают, что в жизни нет счастья. Или, по крайней мере, что оно у кого-то другого. И кто-то есть хлеб, а кто-то хлеб с маслом. Вот. И что мне достается только хлеб в лучшем случае. Вот. Эти люди нуждаются в том, чтобы, по крайней мере, должны быть психотерапевтические встречи, если он готов на эти встречи, с тем, чтобы понять свою роль в этом. Понять, насколько, что я могу сделать для того, чтобы этого не было. И могу ли я довольствоваться малым. И если я не готов довольствоваться малым, что я делаю для того, чтобы получить многое? Потому что можно много завидовать, можно говорить о том, что мне не везет, но для того, чтобы повезло, знаете, не везет, это какой-то такой страдательный залог. А на самом деле это бы я себя не везу. 100% так. Вот если я готов себя повезти, тогда мне повезет. И другого тут нет.